Так, быстрое сохранение не надо. Так, на G. Этот, ведьмачье чутье. Нормальная тема, кстати. Ну, началось. Сбор книг, блять. Че он хочет? Надо же переодеться. Вот это, блядь, непочиненный доспех. Кто хуёвый дал мне, блядь. Тапки вообще пиздец. Туфли, нахуй. И штаны. Штаны, штаны, штаны. Все одинаковое, блядь. Так и быть. Так, погоди, я, блядь, пошарю у тебя тут, блядь. Ковер, пояс. Что там еще? Жаль, но у меня нет времени. Я тут, понимаешь ли, это барахло ищу. Чтоб потом продать и, блядь, в мечей на улучшать себе, блядь. Полкило книги весит, охуеть. Ведьман. Он же ведьмак Нордвер. Невероятно. Куда идти-то, блядь? Этот не хочет выпускать. Давай. В талии узковато, но можно и так. Ваша милость, вы довольны костюмом? Хуёвый костюм. Я был бы доволен стёганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Вот. Я сука. Невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. На, нахуй. Так, прошу прощения у вашей милости. Можно разве что шлюхе под фонарем поклониться, но не императору Нильфгаарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Короче, вот... Блять, всегда нажимаешь правильный результат и не знаешь, что будет, если долбоебом прикинуться, блять. Вот правая не вперед, это раз, блять. Не левая, а правая на грудь, это два, блять. Левая вперед, правая на грудь, вот это правильный вариант. Левая назад, руки в сторону, вот это вообще кайф, нахуй. Давай, ты, должно быть, шутишь, нахуй. Ты, наверное, шутишь? Ничуть, я абсолютно серьезен. Знает ли ваша милость, что грозит за нарушение этикета в присутствии императора? 200 палок. Я не желаю этого для вашей милости, поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор, пока не буду уверен, что вы умеете себя вести. Похуй на палки, блядь. Палок никто, видимо, кудовать не будет. Ваша милость, здесь не время и не место для глупостей. Ваша милость, смотрите внимательней. Ну давай, давай. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Да, пусть да, ваша да, милость, блядь, повторит. Ты заебал, блядь, ну какой все-таки, блядь, ты заебал, сука. Вот тебе правая вперед. Вот так, нахуй. На, нахуй. Плохо, плохо, плохо. Еще раз. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Ты заебал. Давай еще раз третий, нахуй. Ваша милость, здесь не время и не место для глупостей. Ой, ваша милость, смотрите внимательней. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Как его не заебало мне учить, нахуй? Ну, давай, похуй. Вот так, да. Движением не достает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной.
Я ты, блядь, пихаешься, блядь. Гвин. Императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость, в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Собрание, блядь, у императора. Им гриме айп арт херзир, дейтвин аден инкарн айп морвуд, эмгир вар эмрейс. Поклон! Да пошел ты в жопу, какой еще поклон? Император? Арэр айп то орде. Велен наман вадгерн, лаворд. Съебались. Это я перевел еще. Столько месяцев при дворе Фольтеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена, а значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась, и она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Портретик топовый. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, вы меня не поняли. Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться. Спокойно. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Хватит нарушений этикета на один день. А уже полдень. Привет. Спокойно. Простите? Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я... Эривард II, князь Эландера. Мало того, что он держит меня здесь, как какого-то просителя, еще и в чьей компании. Тед Хатегене, Энкаландне Сайвелюсер, Айп Буклер. Можно вас прервать? Чем прерывать, лучше присоединяйся к разговору. Мы говорили о нейтралитете, о том, как трудно его сохранить. Я кое-что об этом знаю. Пояснишь? Вечно одно и то же. Я стараюсь держаться в стороне, а потом получаю срочное приглашение. И предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, хватит об этом. Может, сменим тему?
Я уже говорил с императором. Угу. И зачем он тебя вызывал? То есть даже ты не знаешь? Нет, но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе. Ага, на бабайку. Бывай. До скорого. Чё ты там бубнишь, блядь? Эсвэдэр? Эверин, катай твэ глэдэмэ. Эссабар. Тильзоэ эвэй! Эсмастриген аэфольтэстам. Эссэквитэ. Тинврае врэймэгар? Энкельфю дангард врае. Эссэплэнтэн аэп нордмархэ. Компании вашей милости, компании вашей милости здесь не нуждаются. Компании вашей милости здесь не нуждаются. Разве ваша милость не торопится к чародейке? Ждет чародейка. Значит, ждет Джи. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Очиню перо. Тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляет и не городские советники, а церковь Вечного Огня и преступники. Иногда одних трудно отличить от других. Всем им в равной степени свойственны беспринципность и цинизм. А... Прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Знаешь что? Я сам составлю рапорт. А ты потом перепишешь набело. В трех копиях. Ведьман. Он же ведьмак Нордлингов. Невероятно. Показалось, будто озвучка какого-то Гюнтера Дима. Так, все, погоди, блядь, Йеннифер. Тут, блядь, соберу всю эту хуйню. Так. А где-то еще карта была. Так, барахла больше нету. Че он, блядь, бегать? Жаль, но у меня нет времени. А, это с ним попиздеть, может быть, после уже, как будем выходить отсюда. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня, она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам.
попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает Дикая Охота. Чего Дикая Охота может хотеть от Цили? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он Дикой Охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на Распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэртрольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю. Время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатре. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Там были какие-то, блядь, какие-то формулы, что ли, были. Ну-ка. Или показалось. Блядь, инвентарь нельзя открыть. Куда и как книжку посмотреть? Ага. Шрам отлично зажил. Бестиарий. Сундучок. О, Штейгер. Так, ну тут, по-моему, нету выхода. Да. Ведьман. Он же ведьмак Нордлингов. Невероятно. Так, а чё вот этот? Посол Варатре? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем.
Разумеется. У одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. А что, эта фигурка лежит, так и было, что ли? Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгарда. Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Аидирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и рядание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира. Может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе, ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох, а поскольку каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Реданий. Так, к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. А как же Ковер? Ковер ценит свой нейтралитет. Настолько, чтобы не давать ни войск, ни, что гораздо важнее, денег ни одной из сторон. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родовид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой, сберегли бы всем силы и множество людских жизней? Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только ва-банк. Так, мне интересный вариант с этим, с восхищением. Ну-ка. Как идет война? Мы беседуем с глазу. Наступление остался ослаб... Родови. Так, к весне в... Вот это. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид враг, но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей, и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великого... Так, это Родовид уже было. А почему вы просто не... Так, Велен. Как сейчас в Велене? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты, а Велен — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в темерской армии. Филипп Стенгер. Более известный под своим Ном-де-Гер «Кровавый барон». Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Какие вести из Новиграда? Вольный город все еще вольный? Да, хотя все знают, что ненадолго. В Оксенфурте сидит Родовид, а император здесь, в Изиме, слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот, а Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть... Как люди справляются со страхом? Они ищут утешения и козлов отпущения.
Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Херню. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции, как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно, но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен? А если король Бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота? Король Бран — немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Понятно. Так, куда тут? Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Неверный шаг, и ты пожалеешь. Так, где дерево висельников? А я что-то не помню. Туда типа переместиться. Говорят, можно и заставка поддержать. Да, вроде так. Раз в три месяца. Это правда? Бабюхи оделись. Ну-ка, свалил отсюда. Гамбизон, старое письмо. Сука, кнопка читать не работает. Еще нормально все работало. Доклад разведки от Цири, вон книг сколько. Так, старое письмо. Милостивый государь Родерик де Вет, прошу простить, что я столь долго медлил с ответом. Я ждал, пока Голан Вивальди подтвердит, что у векселя, представленного вашей милостью, есть обеспечение. Не то чтобы я вашей милости не доверял, но береженого Бог и берегут, боги и берегут, как говорит кайдвенская пословица. Отвечая уже без промедления на вопрос вашей милости, скажу. Проклятие принцессы Ады действительно можно обратить вспять. Ведьмак из Ривии, у которого было лишь рудиментарное понимание магических арканов, не сумел до конца снять чары, а смог лишь прервать их действия. Дабы Ада вновь обратилась в стригу, в ее еду следует надлежит добавить 3 капли крови ее отца, короля Фольтеста, 3 капли волчьей крови и 3 капли желчи недавно похороненной женщины, которая дожила до 100 лет, но 101 года жизни еще не пережила. Вот таким образом, заправленной едой следует трижды начертить треугольник в треугольнике. Это должно подействовать. Однако прошу вашу милость дважды подумать, действительно ли стоит совершать столь позорный поступок. Остаюсь
в будущем к вашим услугам, Алессандро де Виель. Королевские династии Севера. Так, это что-то про Цириллу. Кавир и Повис. Богатые страны Севера. Это которые нейтралитет сохраняют. Читать неохота. Кавир мастера Тиссен владеет. Король столь же мудрый, столь и алочный. Алочный. Сколь, наверное, надо было писать. Тусент. Ему кажется, что оказался он в стране, сошедшей со страниц книжки волшебных сказок. Да, в игре сделано кайфово. Доклад разведки о Цири. Вейл. Наш человек в Велине просит поторопиться. Кто-то вышел на его след. Скоро ему придется замести следы и сменить прикрытие. После этого долгое время контакт с ним будет невозможен. Сведения, относящие интересующие нас особы, крайне тревожные. Несмотря на приложенные усилия, нет новых сведений о пребывании данной особы в Новиграде. Необходим контакт с Трис Меригольд. Атмосфера в городе напряженная, следует действовать осторожно. Место катастрофы на Скеллиге недоступно для осмотра. Местные не допускают чужаков. Территорию контролирует клан Анкрайт. Ваш покорный слуга Ватье. Ватье Доридо, что ли? Йеннифер, милая моя подруга, благодарю тебя за письмо. Прости, что не ответила на твой вызов через мегаскоп, но я стараюсь как можно меньше пользоваться магической связью. Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает, не так ли? Я очень рада, что ты нашла место при дворе нашего милостивого императора, и желаю тебе успехов в поисках его дочери. Приятно знать, что планы Эмвира на нее стали, так сказать, более реалистичными. Может быть, в данной ситуации станет возможен договор с ложей? В ответ на первый твой вопрос, я со всей определенностью могу утверждать, что Цирилла не появлялась нигде к югу от Еруги. Поверь мне, я ни с чем не перепутаю ее магическую сигнатуру. С Трис я давно никак не связывалась. Знаю только, что дела в Новиграде становятся все более скверными. Она что-то говорила об отъезде в Ковер. Но боюсь, в нынешней политической обстановке это невозможно. Надеюсь, скоро смогу встретиться с тобой в Изиме. Но сперва мне нужно закончить некоторые неприятные, но срочные дела в Боклере. С искренним приветом, Фрингилья Вига. Под скриптом. Благодарю за известие о Геральте. Никто не может его сбить с ног, правда? Так, Дикая охота. Это у нас обычное чтиво, обычная книжка. Бестиарий. Либо бить мерзость там, где настигнешь, либо выманить. Все ясно. Хроники Редании. Какой-то эльф. Старших рас описания. Низушки, краснолюды. Эльфы. Так, умелый наездник, это как кататься на плотве. Чудеса зарекания. Вот бы дополнение какое-то про зареканию сделали. Заклинать огонь. Новиград. Жемчужина севера. Нифига тут сколько писанины. Велин. Ну, болото, ясно. Дикая охота, это про всадников. Похищает людей там. Последнее желание, а это из книжки. Про Геральта.
про то, как они кувшин выловили и желания стали загадывать. Ой, этот Юлиан Альфред Панкрац Виконт де Летенхоф. Лютик, блядь. Так, а что тут, блядь, отсвечивает? Что же вроде посмотрено? Чуть не вкуриваю. Ладно. Так, полуденца мощь знаков, убийство человека. А что трофеи не поменянные? Какие-то другие трофеи. Или я не ставил на трофеи, ладно. Так, тут еще мужик, с ним гвинт можно сыграть. Эльфийка какая-то. Так, ну и выход. Так, перемещение велен. И поедем сразу в Новиград. Вот тут что ли это корчма? Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Проехаться чисто доков Новиграда, поехать на грабли на Скеллиге надо. Кстати говоря, тот мужик, который за сапоги-то грохнули его, который в карты-то играл в Белом саду, тут должен что-то карту оставлять. Но карту мы выигрывали у него, поэтому... Мастер рун. А, это вот этот мужик книгу писал. Общеизвестно, что история магистра витая ест. Или же, попросту говоря, история учительницы жизни. Тем не менее, ученики ее по сей день предпочитают знакомиться с ней издалека. В тиши университетских библиотек черпают знания из третьих рук. Знания неизбежно искаженные чьими-то предрассудками или провалами в памяти. Я же Альдерт Гейард, магистр от Артибус, Академия Оксониензис,
и решил, что настало время порвать с этой приятной, но вредной практикой и получать знания прямо из источника, писать историю там, где она творится, на войне. Многие сочтут это безумством, которое неизбежно приведет к моей преждевременной смерти. Им гордо я отвечаю. Аудентес, фортуна и уват. Или же попросту го и пиздец ему пришел. Был пацан, нет пацана. На! На! Подержи. Какие-то хмыри, а эти разбойники, блять. Пёс тебя ебал. Убить! Все, закопал. Жалеешь, что тебя мать на свет родила. Вон еще барахло. Ну-ка. Не давайся ему продохнуть! Ключ от сундука, походу. А, тут челика освободить надо. Во. Надо вспомнить, где он. Ищите мою лавочку у моста через Понтер. Вообще-то у меня товар только для войска, но для вас я сделаю исключение. У моста через Понтер. Так, что за письмо? Любимая Хелькия, помнишь, ты говорила, Изибор, не ходи ты людей грабить, это богам не угодно, а потом по этому большику одни беженцы идут, а они еще беднее, чем мы. Как ты бронилась, что я от работы в поле бегаю и ничего домой не приношу. Ой, родная, придется тебе те слова забрать обратно. Так как, да так взять, чтобы их... У тебя все деревни обратно изо рта вырывать не могли. Вырвать не могли. Мы-то вчера прихватили купчика. И не из Горсвилена, не из Бредной, а из самого Нильфгарда. Понимаешь, из города Золотых Башен. По-нашему он слабо говорит. Но кое-что понять можно. Сказал, что какие-то товары черным в лагерь вез. Что наторговал. То мы у него и забрали. И скажу я тебе, Хельке, столько крон ты в жизни не видала. Ты до стольких даже считать не умеешь. Теперь еще немного его попинаем, чтобы выведать, не спрятал ли он где по случаю, какое золото или ценности. Как мы ему больше большие пальцы отрезали, признался, что он еще ценности в подошве башмака держит. А когда Мирка его немного прижег, он нам напел, что в торбе совсем драгоценные камни спрятал. Кто знает, что он нам еще интересного расскажет. Скажи детям, что папка скоро вернется и привезет им игрушек и гостинцев, и что они так объедятся медовыми ковришками, что лопнут. А тебе, Хельке, привезу ожерелье и брошь серебряную. Потому что хоть ты и бываешь порой несносная, я тебя по-прежнему люблю, капризная ты балда. Изибор. На день к моему возвращению ту ночную рубашку в кружевах с красным бантом и ротик накрась. Вот так вот, блять. Получил пиздюлей.
Ищите мою лавочку у моста через Понтер. У моста через Понтер, ну, допустим, да? Вот это что, Понтер, типа? А где мост тогда? Мост через Понтер. Вот, вот здесь, наверное. Если он туда идет. Ростки зла на Скеллиге. Вообще-то у меня товар только для войска, но для вас я сделаю исключение. Так, по какой дороге он топает? Так, ну нам вот сюда. Страшно высокая пошлина. Так не я ее устанавливаю. Так ведь это вы путников пропускаете, а не родовик. Может, мы бы и договорились как-нибудь? Можно и попробовать. Только вот на сухое горло как-то... Так, а тут мужик грамотки продает, вот этот. Налей капралу рюмочку. Каков там капрал? Я ведь обычный рядовой. Ну, не бейте, сухость. Ничего не сделаешь. Она-то ребенка ждала. А призрак на это не посмотрел. Подозрительный торговец. Грамотку не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все броды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? Скидочку. Ладно, не договоримся. Эй, подождите. Может, у меня для вас найдется работа. А за работу выправлю вам скидочку. Что за работа? Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну, знаете, твари всякие, что к трупам тянутся. Если бы вы поохраняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. Так, а тут что, я не помню. Ладно, посмотрим, что я смогу сделать. Людоед жестокий, Алиса. Так, этому помочь. Здоровый, как хата. А рога вот такие. Милитарий, смилуйся на нами. Так. Сейчас у меня хребет пополам треснет. Чего тебе? Ну-ка. Работа у меня для тебя есть. Я так понимаю, ты ж ведьмак? Что нужно? Чтоб мои люди спокойно дело закончили. А то здесь одни трупоеды. Избавься от них, так мы с тобой что найдем, поделим. Согласен.
Так, трупоедики. А, вот они. Ну что, так, ну-ка, хавчика какого закинуть? Так, высококачественно до какого-то. Все, что ли? А вот еще. Так, барахлишко собираем. Это не трупоед. Пускай сгорает. Что-то не сгорает. Ну ладно. Сейчас у меня хребет пополам треснет. Ловко ты справился. Вот твоя доля. Так, теперь к этому. Помнишь вчера? Что любил? Приветствую. А этот был в этом белом саду. Раз диалоги серые. А, снова вы. Может, грамотку? Скидочки. Так, помог Корифану. Ну, выкладывай свое предложение. Твоего Шурина и его людей я уже встретил, и они теперь спокойно работают. А, вот видите, сразу другой разговор. Блять, и нету этой. Но, по-моему, вариант, где ему используешь акси, по-моему, он на полтинник скидывает, но 25 тоже нормально. Так-то лучше. Приятно иметь с вами дело.
Пойдете со мной корешки собирать? А хорошим тебе советую. Чертов сколько, ходи десятой дорогой. А что такое? Во-первых, там пустоши, никакой торговли не будет. А во-вторых... А ежели кто не помнит прежних уголов, пусть сожрёт его змеи снова. Дракон ужасная, сними голова. Господин! Стоять! Прохода нет. Мост закрыт. Почему? Потому что король родовит, так сказал. Без грамоты никого пропускать не велено. А кто выдает эти ваши грамоты? А тебе зачем? Таким, как ты, все равно не дают. Ты рылом не вышел. Давай, подумай хорошенько. Ты же наверняка знаешь, где достать грамоту. Да. Их выдает королевский чиновник. Но их на черном рынке можно купить. У кого? Я не знаю имен. Поспрашивай людей у переправы. Может, что скажут. Так и сделаю. Бывай. А, это ты? Без грамоты ходу нет. Так вышло, что грамота у меня есть. Да ну. Дай-ка посмотрю. Похоже, не поддельная, но поди знай. А ладно, проходи. Сволочь! Так, проходи, вот сука. Ботва, ну ты прикалываешься, что ли? Но. Так, теперь надо к Новиграду. Непосредственно. В пивнуху зайти надо. А пивнуха где? Здесь. Я вот и не помню. Или вот здесь, или вот здесь она. Просто вот здесь. Быстрее. Быстренько проехать по дорожке. Я всегда любил приезжать в Новиград. Здесь человек чувствует. Эй, эй! Веди себя прилично, Марк! Смотри, Марк, куда прешь. Это Новиград. Теперь помедленнее. О, ва-ва-ва-ва, летушься. Меня не напугай. Что? Замышляешься. А ты чё порядочных такой людей на нечистые мысли. Отдохни. За донос наказываю. Рома и ужина не отказывай. Отравить, значит, собралась. Сучий потрох. Эта дама, кажется, недовольна вашей компанией. Дама? Какая такая дама? Ты что, жухов ее не видишь? Это же эльфка. А эльфы, неизвестное дело, всегда замышляют. Ничего я не замышляю. Мне воды набрать надо. А во что ее наберешь? Где у тебя ведро, а?
Почему ты не скажешь правду? Как же это почему? Потому что нелюдь, а у них вранье в крови. Ты, ведьмак, гладким личиком не обманывайся. С виду эльфы все из себя, как на картинке, а внутри гнусь наихудшее. Это не мое дело, договаривайтесь сами. Все равно она пиздеть потом будет. Что нам с ней делать, Радка? По-моему, стражи огня ее надо сдать. Пожалуйста. Вы же знаете, что они со мной сделают. Ладно, а ты че такой белый? Только чтоб я тебя тут больше не встречал, эльфий сука. Ну и вонят меня. Ну? А? Что? Срать хочется. О! Так. Это не корчма. Ну-ка поближе. Так а где корчма? Вот здесь или вот здесь? А, или вот это вот, походу. В которой этот мужик-то. Который на скеллиге сейчас повезет. Так, да, вроде здесь. И тут еще мужик квест будет выдавать. А, нет, это вообще. А, да, вот. И во время войны. Золотой сетр. Да ты с ума сошел! Любой тебе скажет. Это мы еще посмотрим. Я повесил объявление. Может, только и найдется какой храбрец. Только что мне получилось так, что когда проиграете, вдруг окажется, что вам нечем заплатить. Креслокачалку. Во-первых, я тебе не а проиграю. А что это у тебя мечи не а на во-вторых, поясе? Я всегда плачу свои карточные долги. Яков прав. Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. А в чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летти, что вернусь живым. А к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную. Самую ценную и редкую. Но у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Ну, а теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь. Один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн напривозил. Встретимся на Скеллиге у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где черные жемчужины и родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. Так, а тут в корчме мужик стоит. Вот он. Мне кажется, я вижу претендента на поединок с ковром. Это как в другой раз. Где ты, я тебя видел? Я тебе морду не бил? Эй, седой! А ты чё такой белый? Что за душегуб людей убивает? Можно? Смотря что. Я ищу кого-нибудь, кто идет на Скеллиге и возьмет меня на борт. Моя Атропос идет на Скеллиг. Зерно везу. Только тихо. У тебя деньги есть? Хорош. Ноль я заплачу. Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычье
Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Уясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Поплыли. Стоп. Осталось стременную и на пассажок за удачу. Здоровья мои, Атропос. Поднять паруса. Что-то он без меча порубанул. Так, ну давай знаками его не... Прибило, блядь. Только ведьмак, наверное, остается целым, когда целое бревно падает на бошку. Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на Артскеллиг. Откуда ты знаешь? А тебе цвета клана Крайт, а Артскеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. Кайртрольда у Краха гостит какая чародейка. Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово — ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было бы принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь.
Знаешь, как попасть в Каэртрольды? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. Ты придешь к мосту. Ярл сегодня в порту. И твоя чародейка должно быть тоже там. Спасибо. До свидания. Самый кайф, по-моему, то, что... Любой квест можно делать. Вот это самый кайф. Меч налетчика, блять. Где там 1000 крон должна быть? Нормально так. Ранвейк. Ну тут в натуре карта мощная прям. Вон сколько. Всего. А потом как эти вопросы появятся. Так, тут черная жемчужина. И еще надо будет здесь побывать. В Харвикине.